Доброго времени всем, добрые наши волшебники, детский канал, зрители. Сегодня, сегодня наш ролик о наших питомцах, проживающих в приюте. Мы объявляем в день вторника. Вчера была привезена нам еда на сумму 40 тысяч. Вот. Оптовая база нам теперь доверяет и дает подсады. Сумма всего у нас 40 тысяч. Ну, а вот это вот, кто помнит, можете посмотреть на канале, есть ролик. В прошлом году ехал в клинику с беляшом. Я чисто случайно краем глаза увидела лисок и щенка. Конечно, я не могла проехать мимо, это было в Рязанской области. Есть ролик, такой очень тяжелый ролик, потому что была живая съемка. Щенков посадили в мешок, вывезли в чистое поле. Был снег, очень морозно. Один щеночек из мешка смог выбраться. И только благодаря ему остались живы все вот эти вот замечательные наши собачки. Это у нас семья композиторов. Бетховен, Моцарт, Бах. Вот. Сейчас со щенком я обнаружила мешок, на котором сидело еще три мальчика и два трупика в мешке. У кого есть желание, можете зайти на канал и посмотреть этот ролик. «Страшная находка» он называется. Вот ребята выросли, вот такие уже у нас мощные, взрослые собаки, очень красивые. Я думаю, что они метисы с Акита Ино американской. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы кто-то, может быть, приглядел себе настоящего друга. Собаки все очень ласковые, все очень хорошие. Один у нас прячется в будочке, но с детства у нас такой стекун, скажем так. Моя такая большая дружная семья. Объявляем день вторника и очень надеемся на вас и вашу помощь. В этом домике у нас проживают щенки, которые были привезены к нам из Подмосковья. Ребята уже выросли. Одна девочка у нас еще щенком сразу обрела семью. И остальные все до сих пор сидят в приюте. Посмотрите, присмотритесь. В нашем приюте очень достаточно много красивых собак. И собаки все очень ласковые. Это очень большое значение имеет для тех, кто хочет взять себе друга. Да? Привет. Да, приморозил чуть-чуть. Привет, мои хорошие. Вот такие вот выросли, большие и здоровые. Поэтому моя большая дружная семья. До сегодняшнего дня мы отправляем день вторника. Надо оплатить питание собакам, которые привезли вчера в Туле. Это 40 тысяч. И Раймах здесь. Мы очень надеемся на вас, на вашу помощь, как на собаки. Вот. Сейчас у нас, я уже говорила, проблемы с машиной, поэтому не можем пока привозить достаточное количество воды, вот, и поэтому, как всегда, обращаемся к вам, помогите приюту собрать денежки на питание. С большим уважением ко всем к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.